Привет! Сегодня мы вам расскажем, как очистить межплиточные швы подручными средствами. Это чистящее средство лучше магазинного Силитбенга или другого покупного средства. И запаха почти не чувствуется. Не верите? Тогда смотрите это видео. Как вы убедились, швы между плитками действительно грязные. Для чистоты эксперимента будем чистить как белые швы, так и цветные. Ингредиенты. 200 мл теплой воды, 150 грамм пищевой соды. 1 столовая ложка жидкого моющего средства для мытья посуды, 50 грамм лимонной кислоты, 100 мл уксуса столового 9%. И обязательно нужна глубокая емкость, где будем перемешивать все ингредиенты, губка кухонная и резиновые перчатки. Все действия выполняйте по порядку, как в видео. Налейте теплую воду в емкость, аккуратно добавьте соду и все перемешайте. Добавьте в содовый раствор жидкость для мытья посуды. Опять все перемешайте. Постепенно 4-5 подходов добавляйте маленькими порциями лимонную кислоту. После каждого добавления перемешивайте жидкость. Будет образовываться пена. Так и должно быть. Это идет реакция соды с лимонной кислотой. Когда пена сильно поднимется, подождите, пока она опустится, и продолжайте добавлять лимонную кислоту. После того, как добавили лимонную кислоту, дайте пене немного осесть и добавьте в 3 подхода уксусную кислоту, периодически перемешивая жидкость. Реакция будет уже не такая бурная. Все перемешайте и дайте пене осесть. В результате мы получим концентрированное средство в виде гремучей смеси, которое справится даже с самыми глубокими загрязнениями. Готовым раствором с помощью губки можно обработать все межплиточные швы, после чего оставляем их мокрыми в растворе на 20-30 минут. Зависит от степени загрязнения. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me, so I picked up the pace, and now спустя 20 минут приступаем к чистке. Как видите, у нас все хорошо чистится с помощью зубной щетки. Так как плитки и межплиточным швам в этой съемной квартире уже очень много лет, то в некоторых местах просматриваются трещины, фуга рассыпается, виден цемент. В остальных же местах, как белые швы, так и цветные, средство отлично чистит. В конце уборки все необходимо тщательно смыть теплой водой. Если есть необходимость, то для лучшего результата всю процедуру можно повторить еще раз. Ну а мы результатом довольны. Насколько можно было, швы у нас очистились. Все блестит. Теперь ходить по полу стало еще приятнее. Если понравилось видео, ставьте лайк,
Пишите свои способы чистки межплиточных швов. Очень интересно их услышать. До скорого! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!